Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у меня опять распаковочка, опять с китайского сайта NewChic. Здесь на сайте есть куча всего интересного. Я в основном пользуюсь вкладкой для дома и сада. Но, в общем, здесь от одежды до мыла, до всего на свете, все что угодно продается. Можете зайти посмотреть, я ссылочку обязательно оставлю в описании. И для рукоделия здесь куча всего добра есть. Ну, в общем, моя распаковочка начинается с вот такой вот небольшой штучки, очень нужная, если вы делаете много разных тортиков, разные текстуры. Эта текстура у меня для дерева и для кирпича, я когда-то еще заказывала для камня, уже показывала. Она очень нужна, если вы делаете разные там тортики и не хотите возиться. Я была и самодельное делала, ну, в общем, это очень облегчает жизнь. Она пластиковая, но хорошо гнется. Следующее, что я заказала, это вот такой вот консервный ключ. Скоро у нас будет сезон консервации, мой ключ как-то уже поизносился и плохо консервирует, поэтому решила заказать новый. Здесь вот все крутится, у нас точно такие же продаются, только дороже в городе. А там заказала, и все мне пришло. В общем, очень классный консервный ключ, буду обязательно ним пользоваться. И что-то будем с вами тоже консервировать в этом году. Следующее мое штучка, которую я заказала, это вот такой вот маленький небольшой коврик для гибкого айсинга. Здесь у меня бабочки. Сейчас покажу фотографию, где почетче. Вот такие вот бабочки у нас будут получаться из гибкого айсинга. Рецепт я тоже оставляла и могу оставить ссылочку на рецепт в описании. Потом заказала вот такой вот еще силиконовый коврик. В нем прекрасно делать детские печеньки. Я сейчас бисквитное делаю, вообще замечательно. Ребенку очень удобно то, что они длинненькие. Также морожу в них лед. Также в них можно сделать маленькие такие эклерчики, узенькие, ровненькие, все идеально будут. Либо какие-то конфеты. В общем, тоже прикольный такой коврик. И теперь очень важный продукт, который я хочу подарить вам. Заказала его специально для вас. Я как-то снимала видео о том, как я делаю розы с помощью вот таких вот вырубок. И вот такую вот вырубку из 6 штук хочу подарить вам. И розыгрыш будет где-то через 2-3 дня. Обязательно поделитесь этой ссылочкой у себя где-нибудь в соцсетях. И ссылочку на вашу соцсеть оставляйте внизу в описании под этим видео. И потом по комментариям обязательно разыграю. Единственное, что человек должен быть из Украины. Потом вот такой вот крутой вот кран заказала. Просто я так о нем долго мечтала. Это невероятная вещь. Его можно регулировать по высоте, чтобы вам повыше было, чтобы не сильно брызгало. Также он делается хоть загнутым, хоть каким угодно. Тут у него есть такая клавиша, что можно регулировать. Либо это будет обычный смеситель, либо такой прям как душ. У нас скоро планируется ремонт, поэтому будем устанавливать этот кран потом на новой кухне. Обязательно будем пользоваться. Он хромированный, очень классный. Здесь вот все откручивается. Здесь две прокладочки для того, чтобы прокрутить его до крана, закрепить его нормально. Я заказывала без трубок подводящих, потому что не знаю, какой мне длины они пригодятся. Но они здесь стандартные, поэтому абсолютно неважно, куплю в любом строительном магазине. В общем, обалденный, я в восторге. И последнее, что мне вот сейчас пришло, это вот такая вот бутылка для воды, либо для напитков, для лимонада. Я очень часто гуляю сейчас с ребенком и постоянно начала себе делать водичку с лимоном, типа лимонада. В общем, очень крутой, ничего с него не проливается, кнопочка такая, отпружинивает прям крышка, ремешочек на руку и прорезиненная боковушка, чтобы удобно носить. Я себе делаю вот так вот. Бросаю туда лимончик, вот ничего туда не выбегает, даже если не закрывать плотно, там такая прослоечка силикона. В общем, очень-очень крутая штука. В общем, не забывайте про розыгрыш, делайте репост. И с вами был Кекс, до новых встреч, пока-пока!